зовут Алексей Трутников, а это Татьяна Малышева. Я совсем недавно похудел почти на 40 килограмм, и сегодня встретился с замечательным человеком Татьяной Малышевой, сотрудником компании «Гурман», известным блогером. Она очень замечательный человек. Мне очень интересно с ней. Сегодня от нее я узнал, что обмениваясь в социальных сетях с Анной Андреевой, это она. А также я узнал, что есть реальный человек, который работает в компании «Гурман». Ее зовут Марина Ашуева. Она очень, видимо, красивая девушка. Вот, она отвечает вежливо на звонки. Я передаю привет в этом видео, если она меня увидит. Вы замечательная компания и замечательные люди. Там у вас есть девушка Марина, по-моему, другая, которая тоже... Татьяна, которая Гурманова. Да, вот. Так что, если у вас какие-то есть вопросы, к Гурман, вы можете звонить по номеру, который указан на нашем баннере. Вот. Я хочу всем передать привет. Спасибо большое компании «Гурман» за то, что вы меня пригласили. А всем тем, кто желает похудеть или начать здоровый образ жизни, могу дать просто пару простых советов. Первый совет – это найдите время для того, чтобы вы начали делать простые двигательные движения, ходьба. Просто после работы начните ходить. И вы, занимаясь так регулярно, по 3-4 раза в неделю, вы сможете достичь больших успехов. Ну и на ночь, конечно, не переедаем и пьем 1,5-литровую бутылку воды в день обязательно. Просто найдите время для себя, чтобы начать какую-то простую двигательную активность, и у вас все начнет получаться. Когда вы увидите достижение первые 3, 5, 6, 7 килограмм на весах, это вдохновит вас, и вы сможете просто, у вас появится крылья, и вы пойдете дальше, вы не остановитесь уже на этом. Я вам желаю успехов, не толстейте, будьте живы и здоровы.